Увидеть и услышать талант – это уже половина успеха. А вот задача номер два и для родителей, и для учителей – это грамотная поддержка будущих гениев. Свой сегодняшний день Хазрат Салман начал с экскурсии в 121-й детский сад в микрорайоне Покровский. Построили его на средства мецената в 2013 году. Горожане уже успели прозвать это здание дворцом. Как и задумывалось, но главное, что хотел увидеть здесь Салман сегодня, это то, как воплощают в жизнь его идеи, как развивают индивидуальные способности дошколят. И остался доволен. Самый лучший уже людей. В дальнейшем также надо так держать курс, чтобы все вы удивляли свои способности. Договорились? Да! Молодцы! Продолжился разговор уже в здании мэрии. Здесь Хазрату Салману специалисты презентовали свои проекты поддержки одаренных детей. К примеру, именитый спортсмен Евгений Устюгов уверен, чемпиона может вырастить только высококвалифицированный тренер, а значит, сейчас важно заняться образованием тренерского состава. И тогда чемпионов и в стране, и в крае точно будет больше. Нужно просто молодых специалистов отправить на обучение. Пусть это будет за границей, пусть это будет Европа, пусть, не знаю, там, неважно что, хоть, не знаю, Нидерланды, там еще что-то, Нигерия, чтобы они взяли какой-то опыт и перенесли уже непосредственно к нам. Еще, по мнению специалистов, важна особая среда, в которой развивается талантливый ребенок. Будь то искусство, спорт или наука. И такой опыт в Красноярске успешно применяют. К примеру, 20 лет существует литературный лицей, из стен которого выходят талантливые молодые люди, многие из которых, к примеру, ЕГЭ по литературе сдают на 100 баллов. А наши балетные школы, а наши музыкальные школы, а наши физико-математические школы. Там всегда есть вот этот момент, ну как бы интернатного что ли типа, когда закрытое учебное заведение и ребенок оказывается в среде таких же, как он, и взрослых, занимающихся этим делом профессионально. И в этом смысле лицей Салмана, ну это уникальная совершенно площадка, на которой очень можно многое поделать. Многое из предложенного сегодня Хазрат Салман одобрил, пообещав и впредь помогать родному городу и его юным жителям. Дина Володина, Максим Галат, новости.